В связи с памятью Александра Абдулова небольшие мои воспоминания. Как раз в 2010 году мы брали у него интервью. Это интервью оказалось самым последним. Оно было сделано примерно числа 25 декабря, возможно, даже 27 декабря. Вот. И тогда, во время этого интервью, он мне подарил свои духи. Называется Александр Абдулов. Они до сих пор интересно так пахнут. Я их не распечатывал. Вот так и храню, как память об этом прекрасном актере и удивительном человеке. Вот такое воспоминание у меня осталось.